Анна, вы что, сбежали с уроков? Да вы знаете, я сижу на своих уроках и думаю, чего я там сижу-то, когда вы-то тут сидите? Миша, ну как-то неудобно получается прогуливать школу, да еще из-за меня. Чёрт, а мне надо с вами поговорить. Мне правда надо. Поговорить? Ага. А о чем же вы хотели со мной поговорить? Да вы присаживайтесь. Спасибо. Кира, вы знаете, я вчера, по вашему совету, прочитал Блока. Очень хорошо. Ага. И вот вы знаете, у него есть стихи о прекрасной даме. Конечно. Вообще мне не понравилось. Миша, ну как же это может быть? Вам не понравились стихи о прекрасной даме? Вообще мне не понравились эти стихи. Они очень неважны. У Блока есть другие стихи, Кирасов. Честное слово. У меня есть Блок. А не надо, не надо. Я вот своего принес. Вы купили Блок? Да. Скажите, я вам не мешаю, нет? Да что вы, Миша, думаете, мне здесь весело одной сидеть? Это, наверное, еще хуже, чем на ваших занятиях. Простите, конечно. А почитайте мне стихи, которые вам понравились. Борус, жена моя, довольна. Нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Закат в крови, из сердца кровь струится, плач сердце, сердце плач, покоя нет, степная кобылица несется, скачет. Скажите, Миша, почему вы сейчас именно эти стихи прочитали? Потому что они настоящие, потому что они от сердца идут к радости. Нет, Мишенька, я сейчас не о стихах, я о вас. Понимаете, Кирас, я вот сам еще вот пока так писать не умею. И вот поэтому, когда другие поэты так пишут, ну, мне кажется, что они, ну, говорят за меня, что ли. А вы знаете что, Кирас? Я вот так бы мог целыми днями здесь сидеть с вами и стихи читать. Что вы, Миша, но ведь в жизни есть еще кое-что, кроме стихов. Нет, Кирас, правда, честное слово, у меня нет. У меня вот только стихи и вы. Не бойтесь, это я, Виктор Михайлович. Вам можно, Кирас? Да, конечно. О, и ты здесь. Здрасте. Кира Августовна, это вам к чаю? Спасибо, Виктор Михайлович. Михаил. Да. Принесите. Чего? Налейте в чайник воды, пожалуйста. А, хорошо. Чего, чего? Кира Августовна, вот этот молодой человек, который стоит здесь с томиком Блока в руках, гений коммерции. Создан для коммерции. Гениальная голова! Не идет поэту коммерции. Да, это вообще не мое дело, да? Совсем не ваше. Я тебе дам не твое дело. Я тебе дам не твое дело. А кому этим заниматься, дуракам, что ли? Я тебе дам не твое дело. Я приглашаю вас сегодня в Гранд-отель. По вечерам над ресторанами горячий воздух, дикий дух и правит опыт. Пьяный, весенний, трепотный ум. Вот Михаила возьмем с собой. А то он сам стесняется. Кстати, он хотел вам что-то сказать. Ну, дядя Витя! Миша, а что вы мне хотели сказать? Я ни в какой ресторан не пойду. Виктор Михайлович, знаете, у меня сегодня, наверное, тоже не получится. Ты же у меня какие робкие, да? Скромность в наше время не в моде. И никогда уже больше в моде не будет. Это человек, который всего боится.
Это уже не полный человек. Ну вот чего вы боитесь? Да нет, не рано. Ну чего вы боитесь? Ведь вы же хотите пойти. Хотите. А не идете. Правда, Виктор Михайлович, я действительно чего-то боюсь. Я не знаю чего, я не знаю, как сказать. Рожденные, когда глухие пути не знают своего, мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Истребляющий годы, безумный вас, надежды лет, одной войны, одной свободы, на вас отклик-то есть, есть немота, то гул набата заставил сохранить уста. Уста, восторженный когда-то, здесь роковая пустота. И пусть нам нашу смерть сможет, дается криком пройдет. Все, кто достой, Боже, Боже, да будет царствие твое. Анна Митрофановна. Здравствуйте. Не узнаете? Чего не знаю. Мы ненадолго. А вы же приходили тут, справлялись с нашим соседом. Спасибо, вы нам очень помогли. А теперь нас интересует другой ваш сосед. Кто? Мальчик. Миша? Да, именно он. Расскажите нам о нем. Что? А к нему ведь ходят друзья. Конечно, ходят мальчики, товарищи из школы. А они из школы ходят кто-нибудь? Откуда же это мне знать? Да зачем вам? Анна Михайловна, давайте сразу договоримся. Вопросы будем задавать только мы. Хорошо, задавайте. Когда к нему приходит новый друг из Магадана, чем они занимаются? Чем занимаются? Да не знаю, разговаривают, стихи читают. Какие? Ой, ну откуда же мне знать, а? Какой-то у нас с вами странный разговор получается. Ну почему странный? Просто, погоди. А чем они еще занимаются? Не знаю, чем они... О! Иногда поют. Поют? Да. Что поют? Обычные. Русские песни. Степь до степь кругом. Путь далек. В той степи глухой замерзал я в щи, замерзал я в щи, чуя смертный час, он товарищу отдавал. Что твой орел замерз, и любовь свою он сам унес. Бродяга к Байкалу подходит. Ну все, хватит! Попели и хватит, все. Песню испортил. Кто-нибудь из взрослых, посторонних ходит к ним? К матери-то приходит. Ну, что же она молодая женщина? Сына она одна воспитывает. Она что, вам тоже нужна, что ли? Мы же договорились, уважаемые. Вопросы задаем только мы. Мы ни о чем не договаривались, уважаемый товарищ. Я старый воробей. Чтобы с меня осведомительницу заделать. Вы что-то не поняли, Анна Александровна. Все, мужики! Беседа окончена! Ну? Все! Я с ними годами рядом живу. Они мне свой борщ носят, когда остается, а я им свой. Анна Михайловна. Ее сын-то, мне все равно, что мой внук. Мы как люди живем. А вы что? А вам чего надо-то? Вам чего надо? Вот Бог, ну? А вот порог.
Разговор окончен. Все. Мы не любим ультиматумов. Все. Разговор наш разглашать. Хорошо, мы с вами поговорим в другом месте. В жопе мы поговорим. Машушка, милый, ну что она, Петровна? Ой, тут случайно вырвалась, как воробей. Как такое могло вырваться? Вы же советская старуха. Советская. Вас я не ожидаю. Меня аж все трясет под вас. У меня же руки. Не прикасайтесь ко мне. Ах, какая зловредная старуха. Ну-ка, иди в свою комнату. Иди в зал. Как это не слышал? А у нас дети. У нас же дети. Ты какой же пример показывай. Как не стыдно. Как не стыдно. И как же не стыдно. Как язык ты повернулся сказать такое в жопу. Вы знаете, мы с ребятами в школе решили создать общество. Общество? Да. Какое еще общество? Кто это выдумал, Михаил? Это я. Ну, помните, как у Чернышевского. Помните, чем просвещеннее человек, тем он должен быть более полезен своему отечеству. Так и мы тоже. Мы хотим просвещаться. Ну, мы хотим слушать лекции по истории, по литературе там. И вот самое главное, Кира Августовна, мы бы хотели вас попросить, пожалуйста, прочитайте нам лекцию о Серебряном веке, ладно? Миша, это абсолютно невозможно. Как? Почему? Ну, потому что у нас не полагается никаких обществ. Не простите меня даже, ну, потому что не полагается. Почему? Ну, хорошо, Миша. Когда я еще училась в Ленинграде в университете, у нас тоже было что-то подобное. И мы изучали это всего-навсего происхождение фашизма. И я не состояла в этом обществе, и меня тоже в большой дом вызывали, спрашивали. А что это такое? Большой дом. Вы не знаете, что такое большой дом? Нет. У нас в Москве на Лубянке такой дом. А в Ленинграде на Литейном НКВД. Ой, Миша, я вас очень прошу, выпустите меня в все эти общества, будьте во всех этих кружках. Я вас очень прошу, над этим шутки можете. Я вас не понимаю. Миша, хорошо, не понимаете, но мне поверить вы можете, дорогой мой. И вообще, давайте мы с вами лучше в кино пойдем, а? А вы со мной в кино пойдете? Я понимаю, я, наверное, для вас слишком старая. Нет, я думал, я для вас слишком... Я понимаю, вы, наверное, привыкли с кем-то другим ходить. С кем? Ну, как бы, есть же у вас какая-то подруга, знакомая, соседка. Я учусь в мужской школе, там девочки только по выходным приходят. Ну, так что, мы пойдем? Со мной пойдете, да? А вы со мной? Я да. И я да. Я одеваюсь? И я одеваюсь. Да, давай, пойдемте, Кира, конечно, пойдемте. А куда пойдем-то, Кира Августовна? А мне все равно. Все равно? А знаете что? Что? Пойдемте в метрополь. Пойдем. Пойдемте, там, знаете, разные залы, и всегда можно на какой-нибудь сеанс спеть. Пойдемте. О, Кира, а я вам показывал свои часы-то? Нет? Нет. Это ж настоящие швейцарские часы. Мне от отца достались. От отца? Да, я когда в последний раз в больнице его видел, он... А что? Ну что, Миша, вы готовы? Ага. Так мы идем? Ну да. В кино? В кино. Вы со мной идете? Да вы со мной. Гасите свет. Ага.